Во время первого этапа профилактической операции МАК-2014 выявлено свыше 500 случаев нарушения закона. Оперативники установили 3 факта незаконного посева и культивации конопли и еще десятки случаев, когда собирали и использовали дикорастущий наркотик. Ежедневно в лабораторию наркоконтроля поступает несколько килограммов конопли. Чаще всего это именно дикорастущие растения. В ходе операции также были выявлены попытки реализации других видов наркотиков. В ходе этой операции было несколько фактов изъятия героина и также, опять-таки, синтетические вещества, да, которые распространяются с использованием сети интернет, бесконтактным способом, закладками и так далее. То есть это тоже в ходе изымались. Хотя, конечно, сейчас основное направление работы было именно на выявление растительных наркотических средств.